В одной стране, в одном небольшом городе жил мальчик Миша. Миша ни разу не видел своих родителей. А дело было в том, что с самого своего рождения Миша жил в доме для брошенных детей. Как только ребенок попадал в этот дом, ему выдавалась одна единственная игрушка. Иногда это был старый медвежонок, иногда одноглазый заяц, иногда кукла без ноги. Это был очень большой дом. Дом окружала высокая стена из красного кирпича. Все детство Миша мечтал выбраться за пределы этой ограды и посмотреть мир. Но, к сожалению, брошенных детей никуда не отпускали. Они сидели в своих комнатах и играли со своей единственной игрушкой. За 7 лет Миша очень привязался к своему медвежонку Тедди, несмотря на то, что медвежонок весь был в заплатках. Как-то под Рождество Миша увидел, что человек, следящий за воротами, закрыл их не до конца. Миша огляделся по сторонам и, убедившись, что его никто не видит, выбежал за ворота. Он бежал совсем недолго. Когда он остановился и огляделся вокруг, он увидел множество деревьев, покрытых снегом. На небе уже пробивалась луна и зажигали звезды. Миша сделал глубокий вдох. Ах, что это был за запах! Внезапно он увидел вдалеке дерево, совсем не похожее на остальные. Оно было очень большим, и на его ветках совсем не было снега. Миша подошел поближе и увидел, что на дереве не просто нет снега, на нем висят плоды. Мальчик, приветствую тебя. Кто здесь? Это я. Ты живое, говорящее дерево? Да, и не просто говорящее. Я дерево, исполняющее самые заветные желания. Самые заветные? У меня есть одно самое заветное желание. Хорошо, я исполню его. Но взамен я попрошу у тебя то, что для тебя дороже всего на свете. Но у меня совсем ничего нет. У каждого человека, даже если он еще совсем маленький, есть что-то, что ему дороже всего на свете. Миша вдруг понял, что у него есть и что для него дороже всего на свете. Волшебное дерево. У меня есть этот мишка. Этого мишку мне дали, как только я попал в дом для брошенных детей. Хорошо, сказала дерево и наклонила к мальчику одну из своих веток. Привяжи на нее своего медвежонка и загадай желание. Миша сделал все, как велело дерево, и сказал: каждый вечер перед сном я загадываю одно и то же желание, но пока что оно не сбылось. Я хочу, чтобы у меня появились родители. Будет исполнено. Миша поспешил в дом, где его пропажу так и не заметили. Утром, когда Миша только открыл глаза, он увидел перед собой мужчину и женщину. Здравствуй, Миша. Мы твои новые родители. С этого момента ты будешь жить с нами. Прошел год. Это был вечер перед Рождеством. Теперь у Миши была настоящая семья. У него было то, о чем он так мечтал. Но тем не менее, он тосковал по тому медвежонку, который столько лет был его единственным другом. Сынок, завтра Рождество? Для нас с папой это не просто праздник. Для нас это самый счастливый день в нашей жизни, так как именно Рождество судьба подарила нам тебя. Я хочу подарить тебе вот это. Мама, это же мой медвежонок. Но как? Однажды вечером, накануне Рождества, я пошла гулять по лесу. Я много думала и не заметила, как оказалась возле большого странного дерева. Это дерево оказалось волшебным. Оно сказало, что может исполнить любое желание. Оно наклонило ко мне свои ветки, и среди многих игрушек я выбрала этого медвежонка. А на следующий день судьба подарила нам тебя. Теперь он все понял. Это дерево помогало одиноким детям найти родителей. Но только в том случае,
если ребенок действительно этого очень хотел и был готов отдать за это самое дорогое, что есть в его жизни. Ведь у каждого человека, даже у самого маленького, есть что-то, что ему дороже всего на свете.